Прекрасные и как будто неземные пейзажи степей Казахстана – зрелище для настоящих ценителей, которым приходится держать ухо востро. Обитатели этих мест не всегда дружелюбны – фаланги, каракурты, скорпионы и ядовитые змеи. У нас был такой случай, то есть уже вечер, звездное небо, вот, и сидим у костра, поем песни, вот, тут внезапный крик. И видишь, что под ноги подбирается фаланга. Вот только тогда вот мы все увидели первый раз вот эту фалангу. А так, в принципе, вот как бы вот насекомых вот не видели. Как правило, насекомые и змеи на людей не нападают первыми. Слишком крупная добыча. Но, испугавшись, могут укусить. Причем человек может даже не догадываться, что поблизости напуганная змея или каракурт. Если подходить, к примеру, какому-нибудь понравившемуся камню, да, горной породе, к обнажению, да, необходимо тоже посмотреть, потому что иногда вот эти жирные насекомые, они любят прятаться под камни, и, следовательно, необходима обувь специальная, чтобы не прокусили, и также не приветствуются шортики, сланцы, потому что, во-первых, можно и ногу подвернуть, и могут как бы, и насекомые, то есть если вдруг подойти близко. Несмотря на жару, на пикник в казахских степях стоит одеваться в плотные штаны и прочную обувь, кроссовки или туристические ботинки.